Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Израиль – удивительное государство. Оно создано в 20 веке, хотя история народа насчитывает тысячи лет. Оно воюет со всеми своими соседями, но все время остается победителем. В чем же секрет? Может быть, его нужно искать за тысячи километров от Ближнего Востока? Есть версия, что армию и спецслужбы Израиля создавали наши бывшие соотечественники. Мы попытались отыскать русский, а точнее советский след в Израиле. Май 1947 года. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На повестке дня вопрос о создании отдельного государства Израиль на территории Палестины. Решающее слово за Советским Союзом. Постоянный представитель СССР при ООН Андрей Громыко озвучивает требования советского правительства. Таких манифестов сами сионисты даже никогда не писали. Он так ясно, четко и определенно обосновал право евреев на создание собственного государства в Палестине, что они были восхищены. Он говорил, что у советского правительства нет никаких дополнительных интересов, ни экономических, ни политических на Ближнем Востоке. Конечно, было не так. Так зачем Сталин решил поддержать евреев? Вряд ли объяснение кроется в неожиданно возникшем доброжелательном отношении вождя к этому народу. Он руководствовался страстным стремлением выбить Англию из Ближнего Востока. Он презирал арабские страны тогда, считал их всех марионетками британскими. И его увлекла идея создания там такого форпоста, советского форпоста. Закрепить дипломатический успех и обеспечить присоединение будущего еврейского государства к мировому лагерю социализма. Такую задачу поставил Сталин перед своими подчиненными. Было сформировано такое правительство, которое должно было выехать, чтобы возглавить это государство. Но у еврейской общины были свои планы на этот счет. Первым премьер-министром Израиля стал выходец из Российской империи Давид Бен-Гурион. Могла ли эта маленькая неудача остановить советского вождя на пути к осуществлению своей сверхидеи? Вряд ли. Я думаю, что Сталин, осуществляя свой план мировой экспансии, так мне думается, решил построить свой плацдарм. Потому что он прекрасно понимал, что американские евреи в большом количестве туда не поедут. Значит, туда поедут советские евреи. Родившийся в Советском Союзе сразу после войны артист Геннадий Хазанов считает Израиль своим вторым домом и всегда интересовался историей двух государств. Ведь Сталин после войны получил всю Восточную Европу. Ни один русский правитель, ни один император, уходя с этой бренной земли, не оставлял такие пространства для Российской империи. Приближалась дата провозглашения израильского государства. Западные политики наперебой советовали евреям не спешить. Вооруженное нападение арабов, недовольных решением ООН, неизбежно. Американский Госдепартамент предупреждал, помощи в этом случае от них ждать не стоит. Историки рассказывают, в такой обстановке Давиду Бен-Гуриону пришлось уговаривать напуганных министров зарождавшегося государства проголосовать за провозглашение независимости. Когда Бен-Гурион принимал решение об объявлении Израиля государством, он вызвал все руководство военизированных подразделений и задал соответствующий вопрос, сколько есть шансов вообще уцелеть. Ему сказали 50 на 50. И его ответ вошел в историю, сказал, боже мой, я не думал, что так много. Но 14 мая 1948 года государство Израиль было провозглашено. Буквально на следующий день в него вторглись армии арабских стран. На него немедленно напали все, кто только мог напасть. Причем войну ему объявили ведь не только государства, которые с ним граничили. Туда и Судан прислал своих военнослужащих, и Йемен, и Ирак, и кого там только не было. На карту было поставлено довольно много. И СССР именно являлся инициатором, политически весомым игроком, который захотел, чтобы Израиль существовал. СССР должен был как-то его поддерживать. Прежде всего, Израилю нужно было оружие.
поставка оружия для израильской армии. Пожалуй, самая загадочная страница в истории становления нового государства. Большинство исследователей полагают, первые партии стрелкового оружия начали поступать в Палестину по личному распоряжению Сталина еще за год до образования Израиля. Но с какой целью? И кто выполнял распоряжение генералиссимуса? Мы знаем о переговорах, которые велись в Москве. Начальник генерального штаба, генерал Миронтонов, знаменитый человек, беседовал с военным атташе израильского посольства в Москве, получил от него список оружия потребного. Но здесь цепочка прерывается. Кто и кому передавал дальше этот список, пока не ясно. Вероятно, большую часть ответов все еще хранят документы под грифом «секретно». Россия, не Израиль, ни кто-нибудь еще не заинтересованы в открытии архивов. Я имею в виду архивов Главного разведывательного управления и архивов службы внешней разведки. Евреи заинтересованы говорить о том, что они все сделали сами. На сегодняшний день исследователи подтверждают пока только одну версию. Прямых поставок оружия в воюющий Израиль из СССР не было. Это были поставки трофейной техники через Чехословакию. В Чехословакии там производилась сборка самолетов вот на основе трофейных мистершмиттов и так далее. Там ставили новое вооружение, там двигатели. И все это поставлялось таким неявным способом. Это все было, в общем-то, тайная операция на Ближний Восток. Но чья тайная операция? Могла ли эта инициатива принадлежать кому-то другому, не Советскому Союзу? Придумать в страшном сне нельзя, чтобы Чехословакия оккупирована советскими войсками сразу после Второй мировой войны. Какое-то оружие кому-то могла продавать без разрешения Иосифа Виссарионовича. Это, безусловно, было решение советского руководства. И оно дало возможность выиграть войну. Сталин оказал мощную поддержку молодому государству и, разумеется, рассчитывал на благодарность еврейского правительства. Он надеялся, что Израиль все-таки станет опорой Советского Союза на Ближнем Востоке. Однако генералиссимус ошибся. Уже через несколько месяцев стало понятно. Политика Бен-Гуриона все больше ориентируется на США. Некоторые историки уверены, вместе с первыми партиями стрелкового оружия в Палестину тогда отправились и офицеры советской разведки. Но как им удавалось пройти сквозь железный занавес? Вряд ли это могло произойти без ведома вождя. Сталин решил экспортировать для образования вот этого своего плацдарма большое количество евреев. И они поехали. Конечно, это были военные специалисты, прежде всего, я думаю. Это были и какие-то научные сотрудники. Хотя в основном его интересовало отселение массы. По одной из версий, плацдарм мог потребоваться Сталину для возможного вторжения Красной Армии в Палестину. И советские разведчики по поручению вождя ударными сталинскими темпами начали строить свое еврейское государство. Правда ли это? И чем закончилась очередная сверхидея генералиссимуса? Мне кажется, что создание там Израиля будет равносильно чему-то вроде создания республиканской Испании в 30-е годы, когда он отправил туда и чекистов, и военных, и добровольцев, и это был его форпост на Пиренеях. Такой же форпост он хотел создать на Ближнем Востоке, поэтому не препятствовал выезду туда евреев. Новость о возникновении государства Израиль советские евреи восприняли восторженно. По мнению Сталина, даже слишком. Советских граждан захлестнуло желание променять социалистический рай на историческую родину. Многие рвались вот на Ближний Восток, чтобы помочь своим братьям по крови. Но это как бы Сталина не могло устраивать. Геннадий Хазанов помнит, как бабушка рассказывала ему о своей старшей сестре, которая жила в Палестине. Я помню мальчишкой, совсем маленьким, как к нам на квартиру совершенно спокойно приходили открытки из какого-то странного города под названием Хайфа. И вот я видел какие-то очень красивые открытки с голубым небом.
от этой моей, можно сказать, двоюродной бабки. Народный артист признается, никаких разговоров о поездке в Израиль в их семье не велось. Да и приглашений подобных не поступало. Моя бабушка, она была верная большевичка, она была бесконечно предана государству, этому строю. Поэтому предлагать ей уехать было бы глупо. Очень скоро до Сталина дошла информация, что сотни советских военнослужащих не без помощи израильских агентов бежали на Святую Землю по поддельным документам и под чужими именами. Израильскую политику формировал самими израильтянами. И это, я думаю, была причина быстрого охлаждения Сталина к Израилю, потому что его предположения о том, что это будет его форпост, не оправдались. США вместо СССР. Капитал взамен идеологии. Такой выбор сделало начинающее молодое государство Израиль, считают эксперты. Известный израильский писатель и публицист Михаэль Дорфман 15 лет изучал проблему советских добровольцев. По его данным, их было настолько много, что они едва не построили в Израиле и СССР, Израильскую Советскую Социалистическую Республику. В своих исследованиях Дорфман не раз давал понять, что именно бежавшие офицеры-красноармейцы сыграли особую роль в становлении армии и спецслужб государства Израиль. Возможно, поэтому основным языком межнационального общения военнослужащих Святой Земли был русский. Там были и танкисты, и артиллеристы, и моряки, и летчики. Они, собственно, составляли костяк будущего Цахала. Все, кто воевал в Хагане или в Пальмахе, все, кто всерьез держал фронт с арабскими группировками, бедуинскими или террористическими позднейшими образованиями, воевал с арабским легионом Иордании, это же были советские офицеры. Существует версия, что непосредственное участие в создании спецслужб Израиля принимали лучшие офицеры НКВД, МГБ, имевшие опыт оперативной и диверсионной работы и первоначально откомандированные Сталином для работы на советское правительство. Один из ведущих российских экспертов в области политики Израиля, Евгений Сатановский, утверждает, он лично встречался с несколькими израильтянами, бывшими офицерами советского СМЕРШа. Отказавшись от русских имен и забыв родную речь, они занимали довольно высокие посты в военных ведомствах еврейского государства. Не было там других офицеров, которые могли стоять у основания армии или у основания спецслужб. Это были просто люди, которые вот работали не на Берию, а на образование своего государства. И именно поэтому это была профессиональная спецслужба, которую очень боялись. Доподлинно известно, что советский капитан Изя Гальперин, родившийся в Витебске, около 15 лет возглавлял службу политической разведки Израиля Моссад. Правда, уже под другим именем. Исер Харель, он же Изя Гальперин, родился в 1912 году в Витебске. Он был активистом сионистской молодежной организации, и его вместе с несколькими молодыми людьми направили в Палестину. За трудолюбие Изю прозвали «Стахановец». О любви эсера Хареля к конспирации ходили легенды. Как-то на вопрос таксиста «Куда ехать?» он ответил «Это секрет». Он был не просто директором Моссад, но с одобрения первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона, он стал, на иврите это называется, мемунех. То есть он как бы был директором, руководителем Моссада и еще, что называется, подмял под себя остальные спецслужбы. Эксперты утверждают, в конечном итоге именно то, что Израиль не выбрал предложенную тогда Сталиным политику, привело к всплеску антисемитизма в СССР. Мы можем только предполагать, что было бы, если бы Сталин в 1953 году не умер, насколько помню, в марте, равнёхонько на еврейский праздник Пурим. Но он умер, и на этом его общение с евреями вообще и с Израилем в частности
закончилось. Подведем итоги. Очевидно, что интересы великой державы и молодой страны не совпали. Однако многие израильтяне признают, что еврейское государство появилось и выстояло благодаря Сталину и добровольцам из Советского Союза. Другой вопрос, как это отразилось на отношениях между странами. Не так давно президент Израиля Шимон Перес оценил их так, цитирую: «Между нашими странами и народами есть духовное и душевное притяжение, поэтому наши особые взаимоотношения находятся в отличном состоянии. И дай Бог, чтобы так было и дальше».